В последнее время установилась тенденция осознанного прибытия иностранных граждан из различных стран, и не только стран бывшего Союза. Приезжают из Германии, стран Прибалтики, США и Греции. Главным образом это те, кто поддерживают национальную политику нашего государства и разделяют духовные ценности. Так в комиссию по распределению квоты обратилась семья Дюрант, которая отказалась от гражданства США и приняла решение в преклонном возрасте кардинально изменить место жительства, связать дальнейшую свою судьбу с Россией. Им было оказано содействие в оформлении разрешительного статуса на проживание. 1 сентября для данной категории лиц обращение в комиссию не потребуется, так как вступил в силу указ президента номер 702. Иностранные граждане из определенных стран вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание вне квоты и без подтверждения владения русским языком. Перечень таких государств и территорий утверждены распоряжением правительства России. Многочисленные обращения отражают готовность людей воспользоваться правом на переезд и проживание. Такой категории граждан в своей работе мы встречаемся ежедневно, вникаем в подробности их жизни, разбираемся с проблемами и оказываем содействие в рамках действующего законодательства. С начала года с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание обратилось более 600 человек. Из них около 20% прибыли из стран, включенных в перечень распоряжением правительства.